Цветы Анна Грушина-Хасай старается писать на ровном, спокойном фоне, который позволяет сосредоточить взгляд зрителя на главном. Картины с букетами сирени, пионов, незабудок, нарциссов выделяются изяществом и педантичной отрисовкой нюансов. Хотела порадовать женщин. И так как у меня много цветов, я собрала вот выставку эту вот с цветами. Потому что женщина, большинство женщин любят цветы. Анна Васильевна признается, что работать в этом жанре непросто. Основное внимание сосредоточено на деталях. Нужно до мелочей продумать всю композицию. Композицию я где-то еще в школе знала, надо сделать как композицию. А вот именно как его развернуть, как лепесток повернуть. Рисовать картины Анна Грушина-Хасай начала только когда вышла на пенсию, хотя мечтала стать художницей с детства. В 90-х годах занималась в центре занятости у великого художника нашего Видновского Виталий Сергеевич Миронов. Ходила на курсы к нему живописи, но там в основном была природа, пейзажи. Сейчас в ее коллекции более 50 картин. Преобладают в основном пейзажи и натюрморты. Все работы выполнены маслом и акварелью. В планах освоить и новые техники. Меня интересует техника мастихином. А масло мастихином – это такая маленькая лопаточка. И вот такое, как прикладное искусство. Выставка Анны Грушиной-Хасай «Дарите людям красоту» в Расторгуевской библиотеке продлится до мая. Эпидемия не дает провести открытие выставки торжественно, собрать людей. Но мы приглашаем индивидуальных посетителей в нашу библиотеку. А также с выставкой можно ознакомиться на странице нашей библиотеки ВКонтакте. В рамках программы «Добрых рук дело» сотрудники Расторгуевской библиотеки предоставляют прекрасную возможность жителям города проявить свои таланты, а также привлечь других читателей к реализации собственных творческих идей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.